Ну что, ребятки, приехали мы на КОП. В общем, к нашему удивлению, поле не засеянное, поэтому будем ходить по полю, потому что на поле больше вероятность, что будут находки. Ну, сегодня погода жаркая, как-нибудь справимся, вон муха даже прилипла. Оп. Все, поехали. Я вырос в Алтайском крае, немцы, казахи, татары. Я видел, как ветер играет в антеннах военных радаров. Мои кулаки из бронзы, в сердце красная ртуть. Мой грозный учитель Гонза, свинья, меня не согнуть. Я должен был умереть еще 20 лет назад. Да хули мне бояться за свой железный зад? Я должен был сдохнуть среди камней. Так хули мне бояться этих тупых свиней? Тупых свиней. Ну вот и на поле. В общем, сейчас задобрим дедушку Хабара вот такой вот конфеточкой. Потому что я всегда, когда начинаю КОП, я всегда не задабриваю деда Хабара. Поэтому в этот раз задобрим его. Сейчас закопаем. Оп. Конфетку. Ну все, удачи. И только удачи. Первое, что попалось, вот такая вот монетка. Толстенькая. Средневековья. В общем, удача идет. Ну что, ручка, видать, от вилки, либо от ложки. Мы на правильном пути, потому что здесь вот попадаются осколки кирпича, черепицы. Вон как видно. Берем с собой сигнал 48, крышечка с под бутылки, бобруйский какой-то ВЗ. Можно в интернете бить, что это вообще такое. Каких годов? Находка. Такой вот напильничек. В общем, железячки попадаются много, но я их все равно собираю в рюкзак. Положили его. Ну, погода вообще классная, комаров нету. Это в лесу там и шерсти разные, и комаров дофига. А здесь на поле вообще ничего нет. Ну, имею в виду из насекомых. Погода, ветерок так обдувает хорошо, погода классная, там он трактор какую-то работу делает дальше, вдалеке. Ну, в общем, все поле вот это. Сегодня целый день этим полем будем заниматься. Потому что все поле в нашем, как говорится, распоряжении. Ну, вот такая вот пряжечка. Старая. Походу. Помогает нам ветер, потому что не сильно того жарко, когда ветер так прохладненьким дует, вообще обалденно. Ну, короче, ходить и ходить сегодня. Да только 2 часа я прошел. В общем, еще, наверное, часов так 5 еще похожу и домой. Ну вот, медная такая трубка, грамм 100, может даже и больше. Берем, медь сейчас подорожала, нормально, пойдет. Вот такие железячки. Пойдет. Кусочек от лемеха. Вот такие вот реалии КОПа. Я имею в виду тому, что не попадается. Это как, не знаю, как удача, наверное. Даже не удача, просто вот такие вот кусочки лемеха, проволока. Ну, я не расстраиваюсь. Наоборот, тоже хорошо. Так, в рюкзачок сразу себе. Потом в конце к самого КОПа я покажу, сколько металла было собрано. Обычно вот в таких вот местах, где кирпич какой-то, еще чего-то, свалка типа,
Это не свалка, это просто бросалось с поля все. Обычно попадается металл. Слушайте. Слышите? Оно как бы 65-72, но оно играет. Это металл. То есть металл находится очень близко. Копаем. Тут оно, большинство, звенит. О, все здесь усеяно металлом на этом пяточке. Копаем весь, наверное, этот пятачок. Болт. Вот такая вот клюшка, смотрите. Что это такое, я даже не знаю. Видать, нога, но она тяжелая очень. Дальше продолжаем. Тут его дофига. Просто дофига металла. Тут не перекопать, наверное. Раз уж по монетам ничего нет, значит, копаем по металлу. Еще одна плюшка, только поменьше. Вот такая. Обалдеть, все, наткнулся я на пристан металла. Обалдеть, смотрите. Накопаю сегодня. Я просто копаю, даже я металлоискателем не проверяю. Кто увал? Смотрите, вот даже... Смотрите, кусочек тоже туда. Копаем дальше, везде звенит. Смотрите, плюшка еще одна. Блин, этих плюшек, гляньте. Обалдеть уже. У меня их три. Она толстая-толстая. Одна, две больших, одна маленькая. Тут их валом просто. Копаем дальше. Вон, прямо на поверхности. Смотрите. О, какая плюшка. Это как... Что это такое? Обалденная плюшка. Не поднять, если честно. Ребята, я, короче, озолотился, ё-моё, сегодня. Это мой сегодня день. Смотрите, сейчас я увеличу вам. Вы офигеете просто. Плюшка такая к чаю. Смотрите. Сейчас вам ближе покажу. О, глядите. И здесь никто не копался. Я нашел пристан. О, килограмм 30, так точно. Толщина, смотрите, какая толщина. Что это может быть, подскажите, а? Люк, не похоже. Тут как резьба такая и две ручки. Вот еще. Я не знаю, что это такое. Ребят, напишите в комментариях. Но это не лапы, точно. Вот маленькая еще ерундовинка. Ну тоже такая увесистая. Ребят. Подъехал только что фермер на бобике там. Ну, я не буду показывать, в общем. Я говорю, что ты, говорю, здесь делаешь? Все. Я говорю, да так, говорю, металл копаю. Говорю, вы меня, говорю, может, знаете, все. Он... Только, говорит, если копаешь, ямки закапываю. Я говорю, хорошо. Поэтому разрешил, мне дал добро копать вот этот металл. Фух, слава богу. Он говорит, здесь, говорит, такие, говорит, бывают, копают ямки. Говорит, и не закапывают. Говорит, такие, говорит, траншеи. Потом, говорит, я людей нанимаю, чтобы это все закапали. Поэтому круто, копаем дальше. Короче, ребята, коп на сегодня, наверное, уже закончен. Ну, она сегодня праздник, кстати. Чуть не утонул, бля. Смотрите, вот такая байда, заросшая травой, да? Смотрю, сигнал. Ну, так, опустил. Я думал, это чисто тупо фундамент. Смотрите, какая кашица там. С воды, она глубокая. И, бля, туда вместе с металлоискателем и с лопатой. Коп на сегодня закончен. Так, смотрите, я думал, это просто земля здесь. Ну, просто, знаете, земля. А это фундамент, а здесь просто по шейку. Ну, хорошо, хоть зацепился за вот эту ерунду. Я даже вам могу показать.
Что с моими штанами? Просто по пояс. Смотрите. Она там безмерно, эта яма. Ну все, с металлом я закончил, хорош. Тащим это все обратно. Короче, хорош на сегодня. Вот столько я насобирал. Вот такие лепешки. Вон разная мелочевка. Вот это вот. Это. Ну здесь килограмм так 50-70, может. Рублей 40 в кармане уже. Пока дотянул эту плюшку, которая была тяжелая. Еле дошел, честно. Ребят, вы меня когда-то спрашивали по поводу, почему я металл, в общем, не забираю с места копа. Да потому что попробуйте пройти такое расстояние от точки А до точки Б. Вот нахожусь я здесь, вот здесь, это точка А. И через все поле, вон, до того кустика, там он видно, почти до леса, да. Вон кустик, да. Через все поле нужно пройти вот такое расстояние. Вот представьте теперь, вы бы захотели тянуть какое-то железо. Ну, конечно, плюшка такая была, но я не захотел ее здесь оставлять. Поэтому тянул уже как только мог ее. Она килограмм 30-40, так точно, потому что я на неподъемная, еле-еле поднял ее. В общем, я с перебежками сначала 10 метров прошел, поставил, передыхнул, 10 метров прошел и так вот. В общем, дошел, встал возле дерева, потом на машине подъеду. В общем, заберу. Осталось вот это, вот эти плюшки забрать. Они тоже реально тяжелые. Посмотрите, какая толщина. Вот эти вот все. Но я сейчас в рюкзак их. И вот этот какой-то болт. Вот такой вот. Арматурка тоже. Ну, кусочек там. Болтик. Вот это надо забрать. Это у нас идет или дюраль. Короче, не будем брать пока, наверное, его. Ну а по поводу копа, ребят, я вас просто прошу, даже я сам не застерег себя, на копе будьте внимательны и осторожны. Вот что, как я учудил сегодня с вот этим всем. Я говорю, ну оно не видно реально, вот смотрите, фундамент, да, идет типа как фундамент. Я думал, какая-то была, может, скважина типа такого плана, и, типа заросшая травой. Ну, сигнал, я металлоскателем, сигнал джик-джик-джик, сигнал был. Я смело ступаю на вот эту вот землю. И, короче, чувствую, что я реально быстро провалюсь под землю. Это такие ощущения, я вовремя схватил за вот это вот все. Ну, короче, по шейку. И металлоскатель в одной стороне, лопата в другой стороне. Ну, в общем, вот так, поэтому будьте осторожны. Там вот какая-то картошка, что-то такое плавает. Ну, там глубина реально большая. Я не знаю, но я до дна не достал точно. Так что вот так вот.